Практически в закулисье баскетбольного клуба «Нефтяник» в преддверии нового игрового сезона национального чемпионата удалось попасть журналистам и болельщикам. Команда провела открытую тренировку. Началось занятие на беговой дорожке стадиона «Сибирский нефтяник». Между делом журналистам были представлены новички команды. Из Казани и Красноярска в Омск переехали два форварда – Яна Матвеева и Марина Пасечник. Усилит игру и Екатерина Аверкина из Воронежа. Ну, после удачного сезона в предыдущей команде был достаточно большой выбор, как бы, но при этом хотелось недалеко уезжать от дома, от близких, а до Кузбасса, как известно, здесь всего ночь на поезде, и поэтому будет возможность, надеюсь, более чаще навещать родителей и близких, поддерживать их. Вернулась в «Нефтяник» после рождения дочери один из лидеров омского клуба последних лет Ирина Зыкова. Нет, интересно, наоборот, такой прорыв вперед, я считаю, что для спортсмена это очень важно, чтобы родить, ну, для женщины именно, родить ребенка и идти дальше, это большой шаг, так сказать. В этом году, как и прежде, клуб активно привлекает в чемпионаты собственную молодежь. Ольгу Куценко, Алену Чурсину, Марию Шипунову. Конечно же, это считаю достижением, потому что это очень сложно, не каждому это дается. Это каждый день надо усердно тренироваться. Как бы, ну, от команды зависит, конечно же, тренер. Если бы ни тренера, ни учили, не помогали, то, конечно, бы было очень сложно попасть в такую команду. Приводят в порядок свои физические кондиции на беговой дорожке, в тренажерном зале. Девчонки на 100% должны быть готовы к спортивным баталиям. Точные даты игр Суперлиги национального баскетбольного чемпионата сейчас утверждаются.